О, присоединяются люди. Слушайте, как активно. Нас уже приятно вас видеть. Да, здравствуйте, господа. Вот. Не стал я анонсировать, потому что как-то так выскочило полчаса. Думаю, надо болтать. Почему креатин в один день 10 грамм, а в другой 5 грамм? Да потому что не нужно в день отдыха нам 10 грамм, он все равно накапливается. Да, привет вам всем. Да, добрый день. Привет из Киева. Да, и вам Киев тоже привет. Не пустили меня к вам, к сожалению. Сегодня будет первая тренировка, даже выложу несколько фотографий. Слушайте, 111 килограмм вешу, месяц не тренировался. И, как ни странно, не развалился. То есть, это очень странно. Выглядишь гораздо лучше. Да, мне тоже сказали, что я отдохнул. Вы курите сигареты? Нет. Если мог себе позволить как-то побаловать, теперь вообще нет. Кленбутерол сажает сердце? Да, сажает. Обязательно сажает. Не нужно его жрать, по крайней мере. Нужно понимать, как он работает. Привет из Николаева. Да, я был в Николаеве в 88 году. До сих пор классное впечатление. Можно курсить 16 лет, я бы не стал. Не 16. Сердце нехорошо, до сих пор аритмия, и все-таки будут делать мне дефибрилляцию. Кардионатощак работает, да. Ну, только смотрите, все-таки нужно. В Уфу не помню. Сейчас вот ближайший месяц такой халявный, а потом в июне начинается активное перемещение. Как к алкоголю отношусь? Вино красное выпиваю в очень небольшое количество. Тренироваться вам можно? Нет, нельзя. Сказали, пока сердце... Ну, я аккуратно, я к этой аритмии уже привык. И я тренируюсь только в статодинамике. Плечи и бицепс буду качать сегодня. В Тюмени был, ну, конечно, был. Но в Ухту 7 числа, по-моему, прилечу. Если у вас грыжа или протрузии, есть в поясничном отделе протрузии. Для первого курса туринабал, ребят, по фарме ничего не буду говорить. Мелдронат хороший препарат, хороший. Мне, по-моему, в больнице ставили. Дагестан, привет. Тольятти, привет. Качалка замедляет удары в тайском? Ну, посмотрите на Тайсона, который сжал фарму в огромном количестве. Был быстрым парнем. Если правильно будете разбрасывать руки, то ничего страшного не произойдет. Если стоять вверх груди и делать акцент на проработку, стоит ли делать жим на горизонтальной? Стоит. Даже в этом случае стоит. Грейпфруты кушаете? Я почти не ем фруктов, как-то вот так. Фарму жрал много. Ну, то, что я читал про Тайсона, я думаю, что огромное количество. Он уже в 17 лет, но он теленок, конечно. В Барнауле будете, не знаю, стоит ли тренироваться с протрузией, а почему нет? Просто выберите правильно нагрузку. Кроссфит вреден. Ну, если не понимать объем тренировок, то ничего хорошего. Сколько консультация стоит по фарме? Нисколько не стоит, не консультирую по фарме. Как отношусь к спортсменам-веганам? Плохо отношусь, думаю, что они делают большие глупости. Где прочитать про Тайсона? Но у меня есть клиент, который сумасшедший, то есть он про бокс знает все. И я, простите уж, верю ему на слово, он просто нас на... Вот бывают фанаты, то есть вот он фанат бокса, то есть, ну, сам боксер бывший, поэтому я от него все эти источники черпаю, и он сказал, что есть видео, где Тайсон сам рассказывает о фарме своей. Креатин в какое время лучше? После тренировки и с утра, я думаю. Какой красивый мужчина, да уж, не наговорите. Какой максимальный пульс должен быть к концу подхода? Да нет таких цифр на самом деле. Сиськи покажи, сейчас заблокирую и покажу обязательно. Для карнитина в жидком есть эффект? Есть, только на фоне диеты. 8-10 со штангой с протрузией. Я бы аккуратно это делал, и лучше бы в гаке это приседание делал. Хотелось бы увидеть видео про Тайс. Интересно, как боксер курсил. Ну, боюсь, что я тут не помогу вам, как рассказать, как боксер курсил. Что думаете, упражнение вакуум? Делаю. Сейчас начал каждый день делать. Хоть мне нельзя делать натуживание, но я стараюсь не задерживать дыхание. Как вам Сочи? Мне очень нравится Сочи. Метан колол? Нет, не колол. Правда, что креатин почки грузит? Ну, в неактивной форме, понятно, уровень креатинина будет в моче повышенный. Да нет, там, примерно, правильно, льняное масло натощак, я пил натощак. Так, блокирую. Упреждение. Где-нибудь есть расписание в наших семинарах? 42 дня, сейчас соображу, 5-6 недель. Да, примерно так. Пульс, показатель стресса на организм. Почитайте, интересная книжка называется... Частота сердечных сокращений, лактат и тренировки на выносливость. По-моему, Янсен автор. Очень интересно, там про пульсовые зоны пишет. Про предплечье, не успел прочитать. Сделайте видео о тренинге высокорослых людей.
Слушайте, надо подумать, надо найти какую-нибудь каланчу такую двухметровую и сделать. Отношение к Антону Амелину. Мы давно не общались так близко, только встречались там, жали руку. В чем может быть проблема? Болят плечи? Не знаю. Слушайте, смотря когда, почему болят. Когда в Москву, не знаю. Для тренировки людей с красивой, с кривой спиной. Голубочкину отношусь хорошо. Уточните ваш вес, пожалуйста. Сейчас 111 был, даже 112 был с утра. Болят предплечья, подъем штанги на бицепс. Не только у вас болят предплечья, поменяйте гриф и делайте с EZ-грифом. Везет, они у меня вообще не болят. Ну, у кого-то болят, у кого-то не болят. Привет, Сталина. Таллин, тоже привет. Я про суставы. Думаю, что нужно искать причину все-таки, если у вас суставы, искать причину. Скорее всего, это либо какие-то формы уже артрита, либо синовиальной жидкости хватает. Омск, привет. Видео сняли с мышцами РФ, простатодинамику, наверное, выйдет на этой неделе. Приглашаю в повар на трансляции, подписывайтесь. Но боюсь, что нет. Все-таки скорее нет, чем да. Вы делали исследование сахарозаменителями, есть результаты? Я просто мерил уровень сахара в крови, и результаты есть. У меня сейчас в гостях приехал мой товарищ, если есть, ребят, Нижний Новгород на связи. Может быть, кто-то знает, Андрюха Золотарев, человек, который, ну, которого я считаю своим другом, врач. И мы сегодня как раз говорили на эту тему, он согласен в том, что сахарозаменители и все сахарные напитки повышают уровень инсулина. Стас Тагил тоже привет, шлет. Спасибо. Отношение к Денису Борисову, ну, человек, который знает все и обо всем, о политике, о социальных каких-то вещах. Я завидую и отношусь с уважением. Плотность, сепарация мышц, статодинамика может улучшить показатели? Нет, скорее нет, чем да. Для суставов лучше коллаген. Да, действительно лучше коллаген. Грыжи, протрузии неизбежны, приседания за 200. Не знаю. Я думаю, что есть люди, которые просто не заморачивались и не делали МРТ. А на самом деле, я думаю, что большинство тех, кто садится за 200, имеет проблемы. Погода шепчет, пора на рыбалку. Увлекаемся рыбалкой, охотой. Нет, у меня брат увлекается, у меня не получилось. Креатин водой запивать или соком? Это уже чушь собачья, уже давно доказали, что чем угодно запивайте. Ехимбин на сушке. Я не помню дозировки, есть гидрохлорид или есть концентрат. Дозировки, ну слушайте, если хотите, сейчас открою, посмотрю. У меня там есть целый файлик. Жаль, что с Харьковым так вышло. Мне тоже. Какие мысли по поводу Гостюнина? Никаких. Ну, в силу того, что мне просто есть мысли о других вещах, уж точно, а думать о Гостюнине нет желания. Приеду к вам, будете меня тренировать? Ну, да, почему нет, если будет время, возможность. Вы смотрели Борис Сосулин про коллаген, утверждая, что он не помогает. Ну, Борис Сосулин, иногда я с ним не согласен. Правда, что куриное мясо вредно для мужчин? Нет, неправда, я не слышал такого. Еще раз говорю, Борис Сосулин выискивает достаточно сенсационные материалы. Я с некоторыми вещами. Сосулин, ну, я смотрю. Ты еврей, что ли? Да, я еврей, что ли? Л-карнитин работает или нет? Да, жена сзади ходит. Л-карнитин работает или нет? Л-карнитин не может не работать, он транспортирует. Работать диета. Стас, приступили к тренировкам? Сегодня буду приступать, попробую аккуратненько. Покажет вам спортпит. Какого режима приема воды придерживаетесь последние недели подготовки? Пью очень много. Говорят, курицу эстрогенами кормят. Возможно. Не знаю, не исследовал. Какие упражнения лучше на бицепс? Бицепс сгибает руку в локте. Нет, там лучше, хуже. Кардио натощак можно? Можно. Кофеин и химбин. Да, это протокол, который описывал Лайл Макдональд. Кофеин и йохимбин, еще тирозин, по-моему. Приезжать семинаром к нам в Израиль. Мне бы в Израиль просто приехать на земли предков, а семинар дело 20-е. Ну, очень хочу побывать, пока не случилось. Супруге пламенный привет от подписчиков. Спасибо, она готовит кушать как раз. Поясница забивается на тренинге, но посоветует что-нибудь. Да ничего не посоветую, пройдет. А может быть, прекратите жрать метан, и тогда не будет так сильно забиваться. Урезание воды перед стартом? Да, я урезаю. Свой спортпит, обзор кухни. Ну, не знаю, надо сходить. Путь жена спортпит принесет. Ну, не хочу я. Как себя заставить тренироваться и добиться результатов? Ну, если нет мотивации, значит, не знаю. Вряд ли вы себя там какими-то словами мотивируете. Почему по фарме не консультируете? Я не являюсь большим специалистом в этой области.
То есть я, конечно, какие-то вещи знаю, разбираюсь, но вот тот же там Андрей Золотарев, который у меня в гостях находится, я по сравнению с ним просто пацан. Поэтому я знаю людей, по сравнению с которыми мои знания 0,0, и мне стыдно делиться ими, а к тому же, когда люди еще пытаются за это деньги платить, не. Я действительно не обладаю знаниями, у меня обычно другие. На каком весе в приседе вы бы рекомендовали остановиться, дабы не во вред? Наверное, процентов 70 на повторного максимума, больше не надо. После сна болит позвоночник, у меня тоже, к сожалению, тоже. Что, на ваш взгляд, лучше мотивации? Мотивация, ну, слушай, для меня наличие какого-то незначительного, но внятного прогресса. Когда вы видите, что что-то меняется, вы мотивированы. Не буду показывать бицепс, не хочу, нет там ничего особенного. Глютамин в какое время лучше? После тренировки и перед сном. Я бы перед сном его пил. 10 грамм все-таки спать будет лучше. А, не нашел книгу Янсена про частоту пульса. Не нашел. Может, другое название. Если я боюсь, что если я сейчас нажму на кнопку, я выйду из перископа. Напишите мне ВКонтакте, и я вам скину ссылочку на нее. Вот. Сколько у вас инвертор сейчас или был? Черт знает, не мерил, честно говоря. Ну вот честно, не мерил. Не знаю. Слушайте, блин. Не, даже выдумывать не буду. Как относишься к жиму лежа с поднятыми ногами? Ну, слушайте, если есть проблема в пояснице, то, конечно же, это вариант, чтобы не перегружать. Как найти ВКонтакте? А я, по-моему, позакрывал всех клонов таких вот, поэтому я остался. Про Йохимбин. Ну, подождите, сейчас я про Йохимбин открою. Сейчас, подождите. Раз про Йохимбин хотите, сейчас только, сейчас я не могу одновременно читать и. Так, сейчас. Сейчас, секундочку. Йохимбин. Слушайте, а я его не прописал здесь. Слушайте, у меня он в диктофоне наговорен. Ребята, напишите мне потом. Я, к сожалению, Йохимбин почему-то не записал. Для лечения суставов лучше коллаген и... Коллаген и глютамин фондроитин. Как это ни странно, но все вместе будет работать. Ой, микрофон закрыл. Извините. Болит середина груди, что может быть? Не знаю. Микрофон открыл, это так, случайно. Что именно после тренировки выпить? Протеин с водой? С водой, конечно. Если вы говорите о лечении суставов, то в любом случае это к врачу. И то, что делает коллаген и хондропротекторы, это по сути, то есть такая терапия, поддерживающее лечение, это все серьезно. БЦА принимать до или после? Во время тренировки принимать, может быть, до и во время, после не надо. Надо менять матрасы. Я думаю, что вы спите как-то вот. Я сплю, например, у меня подушка в такой положении, у меня жена постоянно пытается поменять, но не получается. Я сплю в неправильной позе, и в основном это связано как раз. Травмель, ну как, я в свое время, мама у меня пользовалась противовоспалительным, я вот не вспомню. Добавь ВКонтакте, ну я расчистил контакт, если вы там в ожидании, сегодня поковыряюсь, постараюсь. Почему после тренировки не принимать БЦА? После тренировки нужен протеин, а не БЦА. А через сколько минут после окончания тренировки пить протеин? Да сразу закончилось, выпейте и забудьте. Как найти оптимальное количество тренировок в неделю? Никак не найти. Экспериментальным путем. Я считаю, что между тремя и четырьмя. Почему Спускотский чего-то... Ну-ка, про Спускотского не успел прочитать. Протеин с водой, потому что он усваивается как вода, а не молоко. Ну, просто молоко будет замедлять процесс усвоения. Сколько липа сильно вредно? Скажите, а липа сильно... Нет, не сильно. Жиросжигатели, если это липа-6 или липа-6Х, они все относительно безвредны. Почему Спускотский тренируется с 90% интенсивностью, не травмировал себя? Ну, я не знаю, там, ну, а сколько там, может быть... Я сильно сомневаюсь, что он с 90% интенсивностью жмет за 200 и приседает под 300. К немаге отношусь хорошо, творчески, ребята. Как сказала как связка Оксана и Прима, по фарме ничего говорить не буду. Сколько можно скинуть с Балкова 9 за месяц? Думаю, килограмма 4 легко. Небольшой вам тренинг сейчас по ответам на вопросы, да. Да, и пропустил. Рад видеть вас, спасибо. Как накачаться на месте? Никак не накачаться. Можно потом такая боль в предплечьях при тренировке бицепс. Где-то я читал причины вот тому, что предплечье начинает болеть. По-моему, Антонов писал. Я сейчас не воспроизведу, но вы не единственный такой, поэтому не переживайте. Это не, ну как бы это не. Да, я женат третий раз. Привет, Уфа, привет.
Когда с ним маги в видос запились, насколько я понимаю, они же москвича, я же Санкт-Петербурга, поэтому есть определенные технические моменты. Только тренировка в час нормально, но это идеальное время. Когда чемпионат по боди, не знаю, чемпионат, сейчас весна, чемпионат Европы, скоро, наверное. А как найти ВКонтакте, просто написать Станислав Недоверый, там только должна быть страница, где там 1015 подписчиков и около 5000 друзей, потому что, к сожалению, я сколько сохранять вашу форму реально, 1-2 года без. Я думаю, что реально, сейчас посмотрим. Как вы понимаете, я сейчас без, я надеюсь, всем это понятно, да? Вот. Более того, я месяц вообще не тренировался. Мне 44 года. И буду сейчас тренироваться, как вы понимаете, наверное, тоже без. Так что посмотрим. Есть информация о тренировке на объем, может, не знаю, так, творог на ночь постоянно вредно. Да почему вредно? Нет, не вредно, просто 4 недели подряд на сушке не надо статодинамику делать. Какой лучше жиросжигатель, по твоему мнению? Да не знаю, я не всем жиросжигатели знаю. Не знаю, честно говоря. Не подскажу, по-моему. Ну, понимаете, мне немножко не с руки, как другие сторонние фирмы, рекламировать. И в каждой фирме есть хорошие, поэтому на рост мышц делает памп. Ну, слушайте, пампинг один из способов создания тренировочного стресса, он работает. За сколько можно посушить пресс до рельефа? Смотря сколько процент жира, я бы за 2 месяца сделал там полосатым пресс. Да быстрее. Не получается набрать мышечную массу, жира почти нет, вес растет. Ну, если вес растет, значит, за счет чего-то прибавляете. Как вы относитесь к бегу? Хорошо отношусь. Можно пампить на каждой тренировке? Я бы не стал. Привет из Чехова. Чехов, привет. Делали проходки по жиме и приседу? Проходки не делал. Но жим у меня 222,5, это я выступал в IPF, жал. Ну, без экипировки, естественно, а присед был. Тоже на соревнованиях это баловство было. Нет, я не курю. По-моему, 265 или 275. Но это было давно, я больше приседал. За сколько можно похудеть на 10 килограмм? Почему ты куришь? Я уже сказал, я не курю. Почему ты куришь? Ну, потому что не курю, потому и курю. Вот. Как добиться венозности? Травку куришь? Какие вы молодцы. Травку курю и вообще курю. То есть, вы, блядь, мне даже хочется спросить вас, с головой-то все нормально? Я тебя видел, ты куришь. Интересно, где же ты меня видел? В 2011 году на корабле? Да, наверное. Вы когда-нибудь бинтовали колени? Никогда не перестал. С бинтами дома видел? Ну, отлично. Покажи дом. Колешься постоянно. Так, на эту козу буду блокировать. Вот. Сладкому, ну, отношусь, я не ем. Да не было нужды, у меня колени здоровые по определению, усваиваются еда или нет. Но белок при отличии, при неусвоении будет гнить, и вы будете получать всю гамму неприятных ощущений в кишечнике, а углеводы, если не усваиваются, они будут приводить к газообразованию, и вы тоже это поймете. Персональная консультация, да, я консультирую в скайпе. Написать мне, пептиды, да или нет. Я не видел рабочих. Для чего вы ведете перископ? Просто поболтать. Мне нравится общаться с людьми, которым, наверное, интересен и я. Какие-то мои, может быть, вещи, какие-то мысли. Как ваши дела? Есть ли новости в режиме статодинамики? Уже вышел, сняли видео, и я думаю, что на этой неделе будет уже выложено видео о статодинамике. Можно ли запивать еду водой? Я считаю, что можно. Углеводы газы вызывают? Да, абсолютно точно. Сколько грамм в сутки креатина пить и когда? Я уже говорил, 5 грамм в день тренировки, в день отдыха 10 в день тренировки. Как относится к синдролону для девушек? Ну, это единственное, наверное, к чему можно относиться более-менее лояльно. Как улучшить обмен веществ? Ну, что значит улучшить? Ускорить его дробным питанием и углеводами. Как прогресс отслеживать? Настоящий гуру? Не знаю, вряд ли настоящий гуру, но, наверное, есть какие-то знания. Набор 10 килограмм за 8 месяцев, это нормально, это круто. Сколько стоит ваша небольшая консультация? Извините, я вслух это говорить не буду. Пивные дрожжи растят массу? Не думаю. Пьете еще? Голос стандарт? Все еще пью.
Как улучшит аппетит? Не знаю, слушайте. Какой самый легкий анаболик? Отстаньте от меня. Программа ФСТ-7 знакома? Знаком. Не вижу в ней ничего оригинального. Как есть, чтобы пища усваивалась правильно? Да абсолютно. У нас организм усваивает гораздо больше цифры, которые обычно регламентируют. Типа 30 грамм белка за один раз. Все это глупости. Летом будет операция, лучше подойти к этому, чтобы меньше мяса слить. Не знаю, постарайтесь. Есть у Самсонова интересная статья в книге, там написано, чем больше вы тренированы, то есть чем лучше ваша форма, тем больше вы откатите. Я бы на вашем месте немножко растренировался, то есть наоборот, за недельку до соревнований, за две снизил нагрузку и снизил такую физическую активность, и скорее всего вы меньше потеряете. То есть если вы на пике своей формы прекратите тренироваться, то есть пойдете на операцию, потом период реабилитации, вы сольете. На мой взгляд, ФСТ-7 не имеет вообще никакой логики. Сделать базовые упражнения, а потом сделать один сет каких-то наполняющих упражнений, логики там нету. Да, почему не буду выступать, узнаете через неделю, скорее всего. Покажите, как устраните симметрию спины и плеч. Не знаю, если это связано с какими-то позвоночными, сколиозом, то, наверное, надо прежде всего искать ответ, как его компенсировать. Как найти такого фаната бокса? Хочется посмотреть страницы. Но не могу я чужие страницы выдавать. Голос назад еще со вкусом Rocky Road. Нет, Rocky Road надоел. Банановый сейчас тоже надоел. Завтра поеду, заказал себе шоколад с кокосом. Какой путь держит пульс на жиросжигание? Я сейчас кардио не делаю. Все-таки я в своем возрасте считаю, что порядка 120 ударов должен быть. Прыгунов пропагандирует с кроссфита, а вы против, это же ваш друг. Ну что значит друг, мы хорошие товарищи, но он пропагандирует кроссфит. Я им никогда не занимался, ну прекрасно. У него хорошо получается. Предтрен как часто принимаете? Вообще не принимаю, никогда. Только при подготовке очень немного. Как забыть парня, в котором сегодня рассталось? Слушайте, ну хороший вопрос. Не знаю. Вряд ли будет хреново вам, я так думаю. Так что постарайтесь чем-нибудь заняться. Вам спасибо за то, что порвал минских можно после операции. Что-то не пропустил. Так, ты кто, Бугаев? Блокируем. Ай, куда делся? Я же тебя заблокировать хочу. А бывает ли стероиды? Не знаю. Что скажете про шоколад? Да ничего не скажу. Сейчас новая схема по гибкой диете, Макдональда, да, то есть там логика все-таки по поводу калорийности, ворот калорийности, поэтому я в последнее время стал тоже подсчитывать калории. Влияет ли тренировка ног? Ну, тяжелые базовые упражнения влияют не на развитие мышц, а на выброс гормона. Спортсмен на мышцы РФ и ГИФТ, то есть снимаются чаще, деньги или бесплатно. Не знаю, как они снимаются, как-то жаль, что в Харьков не попали. Я очень сожалею, было печально находиться в аэропорту и как какой-то пленник. Можно ли заниматься бегом при избыточной массе? Да, на беговой дорожке все-таки, потому что она мягкая. По пресеченной местности, я думаю, что колени себе разобьете. Соревнования по жиму за неделю до... Я не жимовик, и когда я делал жим, выступал по жиму лежа или по трейборе, я спрашивал, подходил у лифтеров и спрашивал, как мне быть. Делал плюс-минус по-своему. Давно читаю Элайн Макдональда. Как он появился, так и читаю. У меня даже есть то, что не опубликовано. Переводы моих друзей хороших, поэтому есть то, что еще неизвестно, а я уже читал. Какое образование нужно, чтобы стать тренером? Ну, я считаю, первое высшее, а второе, наверное, все-таки специализированное. С какими мышцами лучше тренировать ноги? Ну, и либо с плечами, либо отдельно. Чит-дэй в вашем рационе присутствует? Сейчас нет. К Денису Борисову отношусь хорошо, еще раз говорю, человек знает обо всем и внятно излагает свою позицию. Я так не умею. Я не считаю калории 3 грамма белка на килограмм и углями играю. Ошибаюсь. Ну, 3 грамма калорий белка это много. Сушка дает плотность мышц? Да, конечно, потому что внутриклеточный жир в первую очередь сгорает. Следил за Кубком России? Да, следил. Да, я уже был здесь, не в больнице, то есть уже следил. Становый спол или с колен, я бы делал с колен. Анализ крови от них, может, знаете что? Рыбий жир
не знаю название этой фирмы, которую сказали, а анализ слышал о таком, что у них горела спина. Потом уточним. Так, пропустил. Куда вам написать, чтобы вы ответили? ВКонтакте. Тренировка ноги, плеч, какой последовательности? Ну, вообще, по логике, конечно, вначале ноги. Но практика показывает, что нужно делать вначале плечи. Звук, да, опять закрыл. Карнитин при сушке помогает? Да, помогает. Клевая музыка на звонке? Да. На ваш взгляд, 5 самых добавок. Протеин, казеин, омега-3, витамины... Что еще? И все, наверное. Алексей Борисов. А, Алексей Борисов. Я уже думал. Да, я видел протокол. Я не знаю, какой беспредел там творится. Но я рад, что я закончил заниматься всеми этими вещами. Адам Бакаров, ну, мы хорошо знакомы, он вызывает уважение. Ну, думаю, что он недоволен результатом, но объективно. Конечно, там хотелось бы мне, чтобы он в тройку попал. Была очень сильная конкуренция, поэтому, что можно сказать. Я думаю, что он расстроился, но, конечно, у него форма классная, мне нравится. Он в хорошей форме всегда, поэтому витаминный комплекс посоветуйте, ребят. Но вы же знаете, что я спортсмен компании Opti Nutrition, ничего другого советовать не могу. И не буду, ну, потому что 49, я думаю, что не все потеряно. Насколько важна роль казеина? Ну, слушайте, если бывает, как я говорю, идеальная ситуация, бывает реальная. В идеале казеин вообще фантастика. В реальности, ну, не все имеют возможности, поэтому омегу в каком количестве пить? Не менее 1 грамма. Сахарозаменитель вреден. Читал исследования, которые говорят, что сахарозаменители приводят к диабету точно так же успешно, как и переедание сахара. Пить отдельно глютамин, можете отдельно, можете с БЦАшками, абсолютно беспроблемно. Насколько важны рабочие веса для ног и количество повторений? Ну, я знаю людей, которые приседают много и имеют огромные ноги. Знаю людей, кто приседает много и не имеет ног, поэтому... Все зависит от вашей идеальной мышечной композиции. Мне большие приседы, к сожалению, не помогли выстроить ноги, поэтому для меня это не вариант. Сгибание креста в нижней точке приседа, как избавиться? Ну, гибкость у меня у большинства все-таки. Еще один козел, блин, надо же. 4 подхода, все до отказа. Смотря где, если в классической тренировке, то нет. Всего 2 подхода отказанных, все остальное. Витамины надо принимать взрослым? Конечно. Конечно. Говорят, что омегу-6 мы получаем седой, и пить дополнительно не надо. Я тоже так считаю. Омега-3 надо, омега-6 не надо. Насколько опасен ночной катаболизм? Да нет никакого ночного катаболизма. Вы же не забываете, что вы там ночью не тренируетесь. То есть там он не в существенном. Да, там уровень кортизола чуть повышен. ВКонтакте ведете страничку лично вы? Да, лично я. Омега-9 нужно? Не нужно. 6,9. Мы все находимся в дефиците омега-3. Что для похудения посоветуете? Правильную диету, кардио. Гречка придает силу? Ну, обычный углевод, ровно то же самое, что и рис. И там. Как вам форма Макеева? Ну, по-моему, какой он там? 3-е место занял, да? По-моему, по делу. Но еще раз говорю, фотографии не все отражают. Л-карнитин транспортирует жиры, слово работает. Подтягивается к тягощению травмоопасно? Нет, не травмоопасно, если вы подошли к этому за счет своей силы, а не... Ну, рис или греча, если рис бурый, дикий или басмати, можете пить, есть совершенно спокойно. Сколько специй можно добавлять в блюдо? Не вижу никаких проблем, можно. Почему бы нет? В витаминах оптимум добавка стеарит, магния очень вредна. Нет, не очень вредна, потому что я был в Америке и видел, как выглядят взаимоотношения американцев и законодательства. И если бы от хоть какого-то компонента были серьезные вред, то, поверьте мне, засудили. Аритмии никто не знает, из-за чего у меня аритмия, скорее всего, из-за пневмонии, которую на ногах принес. Поздравляю вас, вы набрали 5 килограмм, очень приятно. Через сколько, по вашему методу, статодинамика будет давать какой-либо результат? Статодинамику нужно чередовать с другими видами тренинга, поэтому... Какие специи сжигают жир? Какие-то я читал, но не думаю, что она всерьез воспринимается это. Кардио делаю после тренировки, жиросжигатели пить до тренировки? Ну, конечно, до. Жиросжигатели пьются вообще первой половине дня. Если каждая тренировка должна быть разной, как прогресс отслеживать? В зеркале, а как вы хотите прогресс отслеживать? Вы же тренируетесь чего ради?
для увеличения мышечных объемов, снижения процента подкожного жира. А для этого глаза нужны не более того. Ваше мнение, грибной тренажер в качестве интервального кардио, да, подойдет. Корица, имбирь, жгут жир. Ну, наверное, вот видите, я, к сожалению, вот не помню. Ваше мнение о тяжелых и легких тренировках. Я не понимаю, что вкладываете. Я понимаю, что тренировки могут быть высокоинтенсивны и низко. Соевый соус тоже воду держит, конечно. Буду есть. Ко мне приехал друг, я уже говорил, из Нижнего Новгорода. И буду есть. Купил лосось. Будет жена делать лосось. Можешь загорать жир и мышечную массу без фармподдержки до определенного этапа. С фармподдержкой можно. Какое количество сжигать или пить? Каждый указывает. Жареную картошку не ел лет 10, наверное. У каждого производителя указывает рекомендуемые дозировки. Скажите, что Ульяшка самая лучшая в мире жена. Ульяшка, вы самая лучшая в мире жена. Видимо, для... У меня есть свое мнение насчет самой лучшей. У меня самая лучшая. Какой следующий город посетите, зная, что будет в июле попытка попасть опять в Харьков. Насколько я понимаю, будет обязательно Сочи, Краснодар, Крым. Вот. Так, еще одного клоуна. Миша Гаманюк раскачается, ну не знаю, мы хотели, а потом рыбу едите сырую, семгу, например, нет, она в духовке готовится. А в Австралии не собираетесь? Блин, далеко. Далеко, не знаю. Вы верите, что ли, совершенно натуральный атлет? А я, честно говоря, не знаю, кто это. Быстрее валяется сердить так, что есть, не знаю, Краснодар, когда? В июле там, пока не знаю. Как Ляев сушится, не знаю, Мишка не созванивался, не видел недели две. 3 грамма омега-3 достаточно. Какой же разжигатель для женщин? Не знаю. Посмотрите, что там в магазинах продается. Что именно с твоим предплечьем, кроме ответа травм? Что с твоим предплечьем? У меня нет мышечного предплечья. У меня полностью отсутствует лучевой нерв. И, соответственно, все мышцы, которые нервируют, отсутствуют. Бодик, я думаю, что Миша не будет выступать. Q10 курсом. Или постоянно, я пью постоянно, 300 миллиграмм в день. С Михаилом Кокляй часто общаетесь, ну, каждый раз, когда он в Питере, или я там в Челябинске, и у нас есть много общих друзей, конечно. В Саранск, когда приедете, Саранск — это Мордовия. Не знаю, не помню, шел разговор, как объяснить маме, что протеин не вреден, ну, не знаю, не знаю. Когда лучше качать пресс, я бы делал до тренировки. Отвечаешь на любые вопросы, ну, кроме личных и про фарму, не отвечаю. Наталья Кузнецова, знаешь, что-то не могу вспомнить. Но, ну, это не значит просто, что я уверен, что это какой-то известный спортсмен, но я вот просто, ну, в голове не держу. Что вреднее, клинбутирол или жиросжигатель? Клинбутирол вреднее. Трухина раньше была, да, конечно, знаем. Как объяснили отказ на Украину? Новое распоряжение с 24 мая, апреля, в связи с празднованием первого майских праздников запрещен въезд в Украину всем гражданам России, мужчинам в возрасте 16-60 лет, ну, к сожалению. Прикольная девка, общаюсь с ней, ну, не сомневаюсь. Своя женщина должна быть полноприводной, своя женщина, слушайте, вот какие-то такие странные. Можно ли изменить форму пресса или что-то есть? Нет, нельзя, это сухожилие, к сожалению, ничего нельзя. Сколько нужно делать кардио в неделю, чтобы уходил вес? Я думаю, что от 3 раз в неделю, а дальше смотреть. В Харьков на июль мы хотим перенести, ну, надеюсь, там не будет никаких празднований. И заранее встречающая сторона уточнит, не будет ли таких вот, еще раз, ну, вот, непредвиденных обстоятельств. Потом можно в Украину после праздников, да. Вы на вопросы про мелдронат не отвечаете, а я просто не очень хорошо с этим знаком препаратом, мне нечего ответить. Помогает ли эль-карнитин? Я пью эль-карнитин. Предплечья болят. При сгибании что делать? Ничего не делать, пройдет. Не скучно отвечать на заезженные вопросы? Нет, я в хорошем настроении. Столкновение мнений с другими культуристами. Я вообще не хочу больше снимать никаких банальных видео. То есть они должны нести какую-то идею, креатив, а очередная видео. Мне очень часто звонят, я не буду называть названия каналов, с формулировкой «давайте что-нибудь снимем», либо «6 для девушек» – прекрасно. Но яблоки на сушке, если они в общую калорийность попадают, ешьте, на ночь не нужно. Сколько можно набрать на Тураху за год, не знаю.
кто-то до 10-12 килограмм. Метформин эффективен? Эффективен. Вот я как раз сейчас пытаюсь найти способ правильно его использовать. И вот общаюсь с людьми, которые... Да, йохимбин, соло, есть смысл. Он альфа-рецепторы в жировой клетке блокирует или снижает их чувствительность относительно катехоламинов. Поэтому йохимбин работает. Лучше делать кардио. А и то хорошо работает. Расскажи о своих интересах помимо спорта. Не знаю, послезавтра в Берлин полетим с женой на 2 дня. Вот мой интерес. Погуляем по городу, не знаю, сходим, схожу в зоопарк, схожу куда там еще, на экскурсию, вернусь. Вот. Путешествие. Набирать или удерживать? Ну, трудно сказать, наверное, удерживать. Эффективен глютамин. Ну, считаю, что глютамин там вторая пятерка по степени значимости. Так, еще одного баним. Книжку. Да были предложения, но я считаю, что реально ли сушиться без кардио? Да, реально. Я знаю людей, которые это делают классно. После 60 можно заниматься спортом. Спортом нет, физкультуры да. Сырьевому спортпиту, типа лактамина, никак не отношусь, потому что не пробовал никогда. Если он с Михаилом Гаманёком, естественно, у нас все семинары с Мишей. Арзамасу привет, да. Как правильно использовать метформин? Не буду сейчас говорить, потому что, еще раз говорю, нахожусь в стадии попытки найти ответ на этот вопрос, не просто прочитав книгу Бомбела, а именно, то есть, общаясь с соответствующими людьми, с эндокринологами. Поэтому подождите, пока не готов. Работает ли не фармжиросжигатель, например? Наверное, работает. К Сереге Будюку отношусь хорошо. Ну, как бы мужчина, поэтому... Как я могу к нему относиться? Ну, с хорошим отношением. Надеюсь, он про меня тоже ничего плохого не скажет. А как вам Уфа? По фото шашлыки жарили. Да, Уфа. Уфа классный город, очень люблю. Сушки без кардио – это минимум углеводов. Карнитин какая должна быть диета? Не знаю. Я все равно сторонник низкоуглеводной диеты. Турция или Египет. Ни туда не поеду. Был и там десятки. Ну, не десятки, может, раз 7-8. Устал. Можно ли делать кардио каждый день? Можно, но смотрите в отражение в зеркале. Можно ли сжигать жир, увеличить мышечную массу одновременно? Я уже говорил, до определенного этапа можно. С липо 6 поднимается температура. Почему? Потому что так должно быть, а не термогеник. При тренинге на постоянной основе ни в коем случае угробите свою центральную нервную систему. Вы визуально отличаете форму? Еще раз говорю, не видел шреддера, не знаю, кто это. Стоит ли делать кардио? А 150 углеводов можно наращивать мышечную массу? Я ем меньше углеводов и стараюсь наращивать. Сделать эхо сердца, все покажет. Уже 6 раз сделал с эхо сердца и показало уже неоднократно. Стоит ли делать кардио каждый день по 45? Не знаю, я бы... Как вам форма Сухоцкого? Не знаю, по-моему, никак. Ну, я не знаю его формы. То есть, что подразумевается под формой? Energy диет зло, не знаю, не пробовал и пробовать не буду. Таблетки от обжорства есть. Меридия или редуксин, но они, по-моему, продаются только по рецептам. Сколько воды нужно на килограмм веса? Пить примерно 35 миллилитров. Вы на вечном курсе? Нет. Какая периодизация приема предтреников? Да просто не надо с ума сходить и ешьте их только, пейте точнее их только на тяжелую тренировку. Да ты искусственный, ну давайте заблокируем тогда и вас. Формула СНС-Пускоса, не знаю. Вы на наборе, я вообще никогда не ем больше 150 грамм. Трибулус нет, не работает. Бессмысленная добавка. На завтрак белок или углеводы? И то, и другое. Там кашу можете съесть с творогом, ради бога. Насколько вреден редуксин? Ну, есть у него побочные эффекты, то есть он там на уровень серотонина влияет, то есть такая вводит немножко. Гаманюк никуда не делся, Миша, в отличие от меня, попал на Украину, в Украину. Вес у меня сейчас 111. Как в скайпе найти? Никак. В скайпе я даю только тем, кого консультируем. Какие книги посоветуете? Напишите мне, я вам пришлю. Как вас можно заказывать сколько угодно, спортпиту, спонсор? Нет, не сколько угодно, но мне достаточно. Орехи зло? Нет, не зло. Есть ли смысл в читинге для раскачки? Да, есть смысл. Почему трибулс не работает? Потому что мой коллега сделал огромную статью по выборкам. Как вам Юлька Ушакова?
ну, в хороших дружеских отношениях, не знаю, ну, просто хорошие друзья. А лучше креатин использовать загрузкой или без? Без, не нужно никакой загрузки. То есть 3 грамма углей на килограмм веса – это миф. Я не знаю, я знаю людей, которые 6 грамм и 7 едят. Поэтому, как найти ВКонтакте, набрать Станислав Лендовер, и там увидите, как повышать тестостерон. Ну, да, скорее всего, чем заменить трибулус? Да ничем не заменять. Он, может быть, немножко блокирует эстрогеновые рецепторы, но он никуда серьезно не поднимет. Как прогрессировать жиме лежа, попробуйте любую программу лифтерскую, она вам поможет. Где можно прочитать ваши статьи, в группе у меня, ну и, в принципе, и все. Ну, они где-то там по интернету гуляют. Чувствую себя хорошо. Красная вина в день тренировки, 150 грамм, можно, но я думаю, не до тренировки все-таки. Чевиц употребляете? Да, классный углевод. Аминэнерджи пью, сейчас не пью, из-за сердца мне нельзя. Варикоцелли половина атлетов нет. Ну, извините, это очень интимный вопрос. Не буду об этом говорить. Побочки это хибина, вялость, пульс выше, трясет, это нормально. Да нет, не нормально, не сильно он должен повышать пульсовую зону. Как записаться в консультацию на скайп? Вначале мне надо написать ВКонтакт и договориться. Как снять нервное напряжение? Ну, не знаю, слушайте. Как усилить глюконеогенез? Да никак его не усилить, он включается автоматически, когда вы находитесь в дефиците по калориям. Если бы вас привезли на тайские каникулы, поехали? Нет, думаю, что нет. Я только не знаю, засыпаю, почему? Не знаю, может, такая реакция. Вы тренируете онлайн? Да, даже чемпионов России становится случайно онлайн. В форме Серега Даранова всегда сухой, всегда хороший, отношусь хорошо. Как тренировать трапеции, шраги не чувствую, а других вариантов нету. Шраги с гантелями, со штангой, либо... Мне не бывает массы набора, поэтому ем я всегда одинаково, порядка 4, максимум 5 раз в день. Не буду говорить, сколько стоит консультация, это очень, опять, лично. Сейчас мне нельзя кофе, поэтому купил без кофеина. Все, ну, к сожалению. Для чего глюконеогенез нужен? Чтобы уровень сахара в крови поддержать, чтобы мозгу хватило глюкозы для осуществления своей деятельности. Почему в России не продают актопротекторы? А я даже не знаю, что такое актопротекторы, поэтому не знаю, почему их продают. Так, здесь мы тоже заблокируем в порно. Какая рабочая пищевая добавка на собственный тестостерон? Слушайте, посмотрю. Миша писал мне, целую статью прислал. К сожалению, не помню. Соль применяю. Обязательно соль ем. Со всем углеводом можно убирать? Я бы не стал. Сколько углеводов применять тренировки? Я сейчас вообще без углеводов сижу, потому что решил попробовать кетоновую диету. Посмотрим, как получится или нет. Ну, пока чувствую себя хорошо. Более-менее. Так, у меня кратко через 4 минуты консультация, и мне еще надо позвонить. Кто-то мне из Москвы звонил, что-то хотели. Так что, друзья, товарищи, давно без углей? Нет, я только из больницы выпустился неделю, потому что совесть есть. Только-только. Нет, проблемы с сердцем, с других вещей. Поэтому, друзья, товарищи, буду я закругляться. Спасибо вам за то, что потратили сколько там полчасика времени. Вот, завтра еще здесь, в субботу мы улетаем, прилетаю в понедельник, ну и, наверное, в понедельник, во вторник поболтаем. Вот, если будет видео, будет жалко, если я буду в этот момент там за границей, но надеюсь, оно будет не совсем ужасное. Так что, ребят, все, спасибо, буду закругляться, потому что через 3 минуты у меня уже трансляция с Берлина. Если там будет нормальный Wi-Fi, обязательно включусь и обязательно поболтаем. Все, друзья мои, спасибо и пока-пока. Почему-то у меня не останавливается оно. Я не понимаю, что и нужно.